не даю ему другого, тогда уже не плеснем. Поэтому и делайте просто вот так, ну хотя бы сегодня. А почему? Потеряется определенный смысл вашего взаимодействия. Вы должны уже на начальном этапе двигать своего партнера. Сделай как упражнение. Смотрите, я убираю руки назад. Да. Все зависит от того, как вы используете свое тело, не руки. В айкидо это ноги. Я ухожу назад. Вытягиваю ранее плечом, а потом уже атакую его центр. Раз. Опасность здесь достаточно серьезная, потому что когда я разворачиваю, стой, покажись, эту руку, смотрите, воздействие на локтевой сгиб. И плюс, когда я скрутился, я еще потом увидел. А учитывая, что у меня двойной захват, это может быть очень больно.